Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Август Плей, и мы начинаем проходить игру Metro Exodus, дополнение к игре Metro Exodus. Никакого, нахуй. Почему не включается? Компания. А, вот. История Сэма, два полковника. А почему там не включается? Так, два полковника. Узнай историю последнего года жизни новосибирского метро, увидев его глазами полковника Хлебникова, непосредственно участника событий, и полковника Мельникова, восстанавливающего картину произошедшего. История Сэма. Твердо решив выяснить, живы ли его родные, Сэм прощается с Авророй и ее экипажем и отправляется по жизненной дороге дальше на восток, надеясь найти во Владивостоке способ пересечь океан. Этот этап пути, однако, оказывается значительно сложнее предыдущих. А, Сэм это который америкашка, да? Ну, давай посмотрим. Ну, что-то, если честно, звучит не очень. Не знаю, мне что-то не особо. Ну ладно, давай посмотрим, по крайней мере. А что за сон Артема? Или это было в первой части DLC такое? Я много переосмыслил за год, пока мы мотались по стране. Ну я понял, короче. Положение, это когда в Новосибирске, но... только уже за полковника получается. Где он будет во время... В то время, как Артем добывал лекарства в институте, это вот про полковника. Если понадобится, я через сито просею все это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарство. А Артем... Артем чувствует свою вину и хочет ее искупить. Я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантам меня не остановить. Радиация на поверхности — другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Но вот радиация его и остановила. Но зачем вам институт? А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать. Ну да, это вот именно вот это время, когда они разошлись по разным заданиям. Которую нам отдал Кирилл. У нас появился шанс выжить. Ну что, боец? Артем ушел. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи. Должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало. Неплохо жили. Только отец вечно то на задании, то в патруле. Скучал. А вот его отец был, получается, полковником, да? Эти, вторым. Ну, про которого мы сейчас читали в описании DLC. Новый год последний вместе. Да, точно. Точно. Мы, то есть, я понимаю так, будем играть за его отца, типа, в прошлом, и вот за Мельникова, за полковника, за старого. Годом ранее. Товарищ полковник, ремонтники очень просили напомнить, как до насосов доберетесь, все слизь вокруг выжить. Ну, с гнилью, считай, покончили. Сам полковник Хлебников за огнемет берется. Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемете. Где он? Вот, товарищ полковник. Непривычно, когда наш главный герой разговаривает, блядь. Давление в норме? Даже голос какой-то странный. Звучит странно, непривычно. Вот так всегда. Вечно все приходится делать самому. Ладно, я пошел. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Зададим, не волнуйся. Не пуха. К черту! Спасибо.
Так, нажав ага, вы сможете освещать себе дорогу и поджигать предметы вблизи. А, вот. А ничего не тратится, да, когда я так делаю? Просто как фонарик работает, получается. Вот это мне надо выжечь, короче, все, я понял. Вот откуда у них вот эта вот слизь, да? Вот в том же метро не было ничего такого. Здесь, видимо, какая-то это другая. Ну, ты понял. Что-то другое, короче. Что-то другое, короче. И у них радиации здесь намного больше. А это обязательно все? Нет? Вот тут даже это, материал тоже собираешь, что-то крафтить можно, что ли? Походу, раз материал дают. Бля. А чего? А чё? Я нажимал, ты охуел? Подожди-ка. А, у меня этот хромакей съехал куда-то. Непонятно, щель какая-то появилась дурацкая. Давай дубль 2. Я нажал, вроде там нажимал. Бред какой-то. И уплыл. Пиздец бессмертный. Гори. А, нема электричества, да? А, надо это накачать, походу. Ну такая, знаешь, нудная работа, если честно. Гори, сука. Ой, фу, взорвался. Где я хпшку опять проебал? Ничего не понимаю. Так, свет дали, теперь надо тот рычажок дернуть. И что-то произойдет. А, вода уходит.
А куда этот червь-то съебался? Он же просто в воду нырнул. Ну а куда, блядь? Ах ты, сука, вон он! Гандон! Вспомни, говно сразу всплыло. Что-то пока вообще нахуй не интересно, серьезно. Скучно, мне очень скучно. Да, блядь. Не, ребят, что-то это неинтересно вообще. Походу, я больше не буду проводить. Что-то это, ну, неинтересно, правда. Фу, сука! Беги, блядь! Как быстро заканчивается этот баллон. Да что опять урон такой, блядь, пиздец, откуда? Иди нахуй, заебало! Ну как не умрет, блядь? Альфа, это красный дрифт. Тут трубу прорвало. Вода не дает прожечь проход. Души саперы для подрыва. Я Альфа. Красные три. Отстави саперов. У него какой-то голос, будто издалека говорит. Принят, Альха. Альха, это красные три. Вентиль нашел. Двигаюсь дальше.
Молодец, Красный 3. Что-то снял. Что-то хрень. Да блять! Че, куда дальше? В воду? Да иди нахуй! Да что такое-то? Кто вплюется-то в меня? Заебали. Так, и что дальше? Я что-то закрыл, вода перестала течь, чувствовал. Отстань нахуй со своей аптечкой, надо будет использовать. Куда дальше-то идти, ничего не понятно. Вот туда я пришел. Здесь некуда. Как-то вот сюда залезть, он не залазит. А, вот может. Не. Вот. А, сука, я так и знал, что вылезет. В смысле? А что делать у меня? А у меня закончилось, в смысле? Так, аптечки есть, вот патронов надо. А, подожди, вот это вот. Чинить. Пневмосистема работает аналогично обычной, но не стравливает давление. Ага. Допустим. Так, и патронов. Во, бля. Во, бля, еще что-то нашел. Еще раз. Сука, раньше не мог найти.
О, магазин, смотри, какой хороший. А, сука, не хватает. Ладно. Ну ладно, во, на 115, хоть не надо будет так часто перезаряжаться сейчас. А, аптечку надо и создать аптечку. Я же могу создать сейчас аптечку. Да, отлично. Ах ты пидорас! Нет! Блядь, аптечку использовал, не туда нажал, сука. Сука, создать не могу. Ну что за хуйня? Я же сжигал их. Гори, сука, достала ты меня. Ты чё такая упрямая скотина? Да, блядь, я тебя только что, блядь, ну поджег, ты иди нахуй, блядь, перезаряжай быстрее. О, здорово, пацаны. Как ваш ничего? Меня хуело. А ты чего тут застрял? У тебя топлива не будет? Я на такую густую дрянь не рассчитывал. Хоть залезь, Вячеслав Михайлович. Берите. Давайте. Спасибо, выручаешь командира. Спасибо. Это для карьеры, говорят, полезно. Мог бы побольше дать. Это тоже для карьеры полезно. Еще что-то нашел, хорош. Гори, сука! Течка хорош. А, туда вот пролезть надо с той стороны. Я думал, с двух сторон подлезть. Thank you.
Э, ты ебись. Ты ебись, я сказал, сука. Блять, еще что-то пошло. На год вперед обколоться и на поверхность? Где я тебе их возьму, а? Чего ты меня крайним делаешь, ковел? Хочешь результат? Тогда часть обеспечь. А нет, так иди ты. Ну и позвал, в общем. А он покраснел и орет. Зеленки не получишь. А я ему, ах да? Так я тогда на работу не выйду. Сам чини, придурок. Вот так и поговорим. Так, ну давай до получаса еще доиграем, потому что мне уже пора. Мне уже пора. До получаса доиграем, и если ничего такого интересного прямо не произойдет, то уж извиняйте, но пока мне не нравится. Пока мне скучно, мне неинтересно прям совсем. Нахуй. Да пошел ты. А там вода. А я! А в смысле сдох? Че за бред, блядь, сдох? Сдох, блядь. Че за приколы? Иди нахрен, блядь. Мне скучно, простите меня, мне скучно. Это очень скучно. Это не для меня. В принципе, не люблю такую тему, типа... Играешь, да, в игру за одного персонажа, и тебе потом резко дают играть за какого-то непонятного другого, блядь. Ой, блядь. За какого-то непонятного другого чела, и ты такой, блядь, и чё дальше? И кто это, и чё это, и нахуя мне это? И нихуя понять не можешь. Ебать там их! Гори, сука! Если бы было за Артема еще, было бы прикольно. А вот то, что играешь за каких-то левых, ну, как бы не очень.
И чё? И чё? Ебать! Да я нажимаю, ты заебал нахуй! Сука! Я нажимал, ты достал меня, блядь! Где я, блядь? Чё, опять по новой всё включаешь? Короче, не, всё. Мне неинтересно. Мне это совершенно неинтересно. Ну, извините, мне неинтересно и всё. Не хочу. Не хочу. Короче, давай на этом закончим. Следующая уже выйдет другая игра. Короче, не хочу. Не хочу. Мне, я еще изначально почитал про эти дополнения. Они мне не понравились, в принципе, в описании. Я сначала думал, что там какие-нибудь, ну, типа, про Артема будет. Тогда было бы интересно. А то, что за других типов Сэм, блядь. Вот с ним разговариваешь за всю игру там раза три, нахуй. И раза четыре он где-то на фоне что-то базарит и все. Какой Сэм, нахуй, он нужен? Неинтересно вообще его история, нахуй я. Короче, не хочу. Не хочу вообще ни разу. Следующая игра, я не знаю, какая будет на прохождении. Я сейчас полезу в интернет, буду смотреть, буду интересоваться, что там вообще, что-то новое. Или, может, что-то старое, хуй его знает. Ну, что-то новое там выходило, посмотрим, может, что-то найдется, а может, не найдется. Что-то выйдет. Что-то выйдет, что не знаю, но что-то точно выйдет. Поэтому, как бы так. Поэтому, как бы так получается, что мне это DLC неинтересно. Мне интересно, зачем играть, если неинтересно. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей игре. Всем спасибо, всем пока.